Всем привет! Сегодня на канале Тили Вили Kids 4 кошечки: Анжела, Мила, Дианочка и Алиса. Ребята, и чтобы вы не скучали, для вас кошечки приготовили классное видео. Они вас порадуют сегодня новыми нарядами. Сегодня будут классные новые платья от наших кошечек, которые они придумали сами. Поэтому, ребята, давайте-ка дождемся, пока покупаются наши кошечки, наши красотульки-чистюльки. И, кстати, они очень хотели передать вам приветики и передают большие-большие, пушистые-пушистые приветики вам, наши самые-самые любимые зрители. Для вас, наших самых-самых любимых от самых красивых кошечек на свете, от Анжелочки, Милочки, Дианы и Алисы. Покупались наши кошечки? Давайте-ка перекусим и пойдем в наш любимый гардероб и покажем ребяткам, какие наряды сегодня они покажут. Сегодня это будут весенние платьица от наших кошечек, самые красивые, по их мнению, платье. Поэтому, ребята, заходим в любимый гардероб наших кошечек. Да? Ну что, поехали! Анжелочка, Милочка, Диана и Алиса сегодня презентуют свои стили весенних платьев. Сначала выбираем туфельки, потому что платья сегодня будут длинные, и в этом стиле нам надо туфельки подобрать вначале, потому что потом не будет видно, какие туфельки выбрать. И вот, начинаем с кошечки Анжелы. Она сейчас покажет свое платье, которое она подготовила сама. Итак, это весеннее платье вот с такими красивыми фиолетовыми весенними цветочками. Здорово, ребятки! Классный стиль у кошечки Анжелы. Такое платье будет? Вот такое шикарное платье с фиолетовыми цветами. Вот, мне очень нравится, Анжелочка, ты молодец. Теперь Мила нам презентует свой наряд, свое платье. Итак, что же необычного покажет нам кошечка Мила? Черное платье? Нет, я знаю, что у нее будет сегодня вот такое весеннее платье с нежными цветами на фоне весеннего голубого неба. Классно, Милочка, мне очень нравится это платье. Ну, а теперь, Дианочка, я жду от тебя твое красивое платье. Итак, ждем. Ага, ребята, кошечка Диана выбрала сегодня платье с вот такими красивыми весенними цветами. Классное платьице с розовыми весенними нежными цветами. И теперь ждем Алисочку. Алиса, что у тебя сегодня будет? Какой же стиль? Интересно, что же захочет наша Алиса? А ей захотелось платье с тюльпанами. Классные весенние цветы, тюльпаны, которые будут сегодня присутствовать на платье у кошечки Алисы. Ребята, такое яркое платье у кошечки Алисы. Самое-самое яркое, да? Вот такие разные платьица у наших кошечек. Фиолетовое у кошечки Анжелы, такое зелено-бело-голубое платье у Милочки, и розовое весеннее у Дианочки, и яркое-яркое у кошечки Алисы. Теперь посмотрим, какие же прически наши кошечки подберут к этим нарядам. Шубки, глазки и какой макияж сделают. Я думаю, что будет сегодня красивый-красивый макияж у наших кошечек. И мы, ребята, посмотрим. Ну, кошечки, красотки, теперь делаем макияжики. Что же захотят сделать наши кошечки? Вот, смотрю, Алиса сегодня в таком ярком настроении. Чтобы у вас, ребята, тоже было настроение классное, да, Алисочка? Чтобы вы развеселились и вам не было скучно. Так, и вот такие действительно яркие, классные макияжики. Ух ты, какие здоровские наши кошечки-красотки! Нежненькие красавицы, наши милашки. Вот такие замечательные наши обалденные кошечки. Ребята, если будут открыты комментарии под этим видео, давайте-ка проголосуем и устроим такой конкурс, у кого же был лучший наряд. А кошечки потом посмотрят, чей наряд вам больше понравился. Кстати, классные фоточки. Я думаю, что надо поставить лайк нашим кошечкам, они старались. Правда, здоровские фоточки получились? Отличные, красивые наши кошечки в новых нарядах, которые дарят вам замечательный танец, свой любимый танец, который они учили очень-очень долго и который им очень-очень нравится, а также нравятся вам, наши любимые зрители. Ну что же, ребятки, если вам понравилось видео, не забудьте обязательно поставить лайк нашим кошечкам. Ну а сейчас будем прощаться и с кошечками, и с вами, ребятки.
Всем пока-пока! Mmm.